при сьогоднішнім дню? Нормально. Я знаю, що ти встал. Дуже сильно встал. Ну, я знаю так, що було мало народу. Ну, ти не переживай. Это все не просто так. Это все не... Да сейчас бабушка стоит. Че он? Че, передок все, сдох? Хорошо, задний, а передний что за зарылись? А он сначала жопу накопал, потом сюда. А, ну это все там. Ты так прикалываться. Давай толканем, Макс. Да был, не надо, нет. Не выделишь ты его, он все, он уже умер. Да оставь его так, пусть так стоит. О, точно, дай сюда вот так помахать. Давай попробуй заехать. Что ты делаешь? Заехать сюда хочу. На чем? На своем. Вот тут? Самый великий специалист по вытаскиванию. Не, я по починке. Как? Я по починке. По починке? Да. Одним словом пишется по починке. Я по технической части. Вот, понятно. По технической части. Моя не застревает. Ты хочешь вообще открутить? Нет, наоборот, закрутить. На остатках. А он работает? Работает, на поворотах. Там еще что-то цепляет. Ну прямо-то он идет. Он не выкидал или куда? Не докинул, наверное. Передок, да, не рычаг. Так, Шаруха, такие дела. Мы все нормальные, адекватные люди. У нас все, как тебе сказать, все по плану идет. И есть цели, задачи, смысл вообще того, что мы делаем. У нас все будет всегда замечательно. А те, кто нас не поддерживает, более того, кто нам мешает, они будут наказаны, они сами себя накажут, я им ничего не буду делать. Они сами поймут, что они ошибались, что будут там жалеть. Горько. Отойди, Руха. Зачем я тракториста звал еще копать? Отойди. Больше ты не выйдешь оттуда. Живой. Там поломает его, поломает его.
завтра для работы, но полось сейчас лопнет и все. Полось лопнет и все, зачем? Такие колеса винтить. Не, хорошая машина. От этого все. Там люди заснули, да? УАЗик всегда должен быть протухать грязный. Значит, он УАЗик. Если он не грязный, чисто, что хуета, блин. Да, ебать, я закопал. Назад даю, блин, кому-то... Тракториста зря этот. Назад даю, кому-то в стену убираюсь. Нахуй, давай, мне нравится. Не, он... В нем душок есть. Есть. Ох, да, вроде... Все, сел, а нихуй, туда-сюда пошел. Были в соревновании, можно выебать, заехать. Нахуй. Не, не, не надо. Сейчас как это? Попробуй теперь положим. Да я не знаю. Две упаковки продали. Ну не было людей, ты видишь. Погода. Да и все сами пошли.